Бендеры, дворец детско-юношеского творчества. Сегодня здесь, в торжественной обстановке, вручили первые паспорта 20 приднестровцам. Этим юношам и девушкам недавно исполнилось 16. Получение паспорта – это первый шаг во взрослую жизнь. И помимо прав, отныне у вас появятся и определенные обязанности. И от себя, от всех присутствующих в этом зале, мы искренне вам желаем успехов на вашем жизненном пути. Для меня это очень ответственный и важный день. Получение паспорта свидетельствует о том, что я уже, можно сказать, взрослый человек и сам отвечаю за свои поступки. А это Рыбница. Здесь 10 школьников получили свои первые паспорта. Церемонию провели на главной площади города. Вместе с паспортом подарок – значок в виде флага Приднестровья. Не ожидал так получить его, конечно. Это шанс один на миллион, как бы. Но я рад. Эмоции перешкаливают, как бы. Все супер. Это необычно. Такая обстановка для меня – это впервые начнем с этого, да. Ну, как бы сказать… Я очень рада, что я получила паспорт. Я очень горжусь, что я получила именно на Приднестровье. Торжественное вручение паспортов – традиция ко Дню Конституции.